Всем привет, с вами Милев Горн, это игра Бесилиш, и сегодня я буду покорять воздух, потому что меня попросили, не то что попросили, но написали, чтобы я сделал что-то типа бомбардировщика, да вы, наверное, видели, все такую здоровую такую армаду, которая летит, вот такая здоровая постройка, летящая, кидающая вниз бомбы. Что-то в этом роде нужно было построить, но для начала я решил вообще просто хоть что-то поднять в воздух, взлететь, что-то более-менее управляемое сделать, потому что на самом деле здесь тяжело это делать, потому что, во-первых, у вас нет определения высоты и низа, то есть вы не можете никак определиться, то есть нет никаких опознавательных знаков, нету опознавательных знаков, на какой высоте находитесь, то есть вообще никак нельзя определяться, чисто визуально все это происходит. И скопировал, буквально скопировал практически постройку. Вот такая вот построечка получилась. То есть такое вот создание. То есть это 4 пропеллера, 2 крыла и все. В принципе, здесь больше вообще ведущие только вот пропеллеры эти. И управление простейшее. Буква на букву R, допустим, русскую, я управляю вот этими двумя винтами. То есть поднимая как бы нос вверх. А вот эти два винта влево-вправо. Вот и все. То есть, в принципе, что-то в этом роде, но вроде бы получается. Единственное, что нужно приноровиться управлять, потому что управление такое, ну, знаете, как сказать, вот, ну, рывками, то есть тут все у нас рывками делается в BC-ish, потому что, вот видите, вот, заносит меня. Вот, все, вроде бы полетели. То есть, видите, вот сейчас вот вроде бы летаю и нормально, но все это происходит только из-за того, что я понимаю, где... Я понимаю, где, ну вот, низ и верх на самом деле, только из-за этого все сейчас у меня получается полет. Прям, то есть, вот как-то так, очень довольно-таки эффективно получается, то есть полет... Более-менее, ну вот упал, разбился. Полет более-менее получается. И вот сегодня буквально вот такая вот маленькая вот будет построечка. То есть летать, в принципе, на ней можно. Также можно, конечно же, прицепить какую-нибудь бомбочку, к примеру. Ну, к примеру, вот как, собственно говоря, на той же постройке было показано. Где-то, по-моему, вот так вот вроде бы как-то было. И... Давайте немножечко переиначим немножечко. Вот так. То есть, так, вспомним, на какую это у нас кнопку, на V. Давайте попробуем. Ага, понятно. Это нужно снизу прям делать. Взлет. Уже ты уже пошел, пропеллер. То есть мы уже взлетаем намного тяжелее. Так, я попробую скинуть бомбочку все-таки. Хоть и пропеллеры вот эти, ну, стоят на максимальную, то есть... Да, на максимальный, то есть поворот, на самом деле они стоят, то есть я... Главное удержать машину в воздухе. Удерживай. На самом деле сейчас намного тяжелее стал управлять ею, потому что... Ну все. Потому что она стала тяжелее, и процесс вот этих вот этого поворота... Ну, в принципе, все и так понятно, что как это работает, я думаю. Потому что я сейчас, наверное, приноравливаться только буду, ну, привыкать к вот этому весу. Буду очень долго достаточно, потому что... Хотя, давайте-ка, знаете, мы что еще сделаем? Мы переставим вот сюда поставим тоже пропеллер. Поставим его тоже на кнопочку R и увеличим ему... Вот попробуем вот так вот это все сделать. Посмотрим, что из этого получится. Вот намного эффективнее, по-моему, по крайней мере, поднимается воздух.
да, намного эффективнее, прям-таки. И держится намного лучше. Ох, сейчас вот попробуем скинуть. Это было шедеврально. Я еще даже кого-то там задел. Вот, вот это, ребятки, мне нравится. Вот это более, так, это кровавый пропеллер. Вот это уже интересней. То есть вот третий пропеллер, он прям дал мне баланс такой нужный. Уа, горим! Вот это интересно. Вот такая вот построечка. В принципе, здесь ничего не сложного. Также напоминаю, что управление вы можете посмотреть, нажав вот на эту вот кнопочку и, собственно говоря, перенастроить либо настроить. Очень симпатично получилось, по-моему. По крайней мере, полет стал управляемым более-менее. Единственное, что немножечко нужно привыкнуть. То есть сразу вам вот так вот сели и полетели, сразу не получится. Тут реально вот так нужно как-то такими рывками управлять двигателями, грубо говоря. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Я ссылочку на скачивание оставлю под видео. Скачивайте и тренируйтесь, используйте, летайте. Но это самое простое, что я нашел вообще. Видел какие-то вертолеты с кучей пропеллеров, какие-то вообще сложные какие-то устройства, которые я даже скачивая не смог разобраться. Один раз я решил скачать там, и то не смог даже повторить это, не смог взлететь. Я и не понял, как он на этом всем летал, это какая-то магия была просто. Так что вот это самое простое, что я нашел, максимум, что я, как сказать, построил. Дальше я уже попытаюсь, возможно, сделать что-то такое более массовое, что-нибудь на мощных взлетных каких-нибудь двигателях или что-нибудь в этом роде. Посмотрим, как из этого я выйду. Так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки этому видео, потому что чем больше лайков, тем больше видео. А чем больше видео, тем больше лайков. Всем всего хорошего. С вами был Нильф Горн. Пока.